Здравствуйте! На конкурс дети читают стихи. Я живу в городе Мурманске. Меня зовут Милош Илья, мне 8 лет. Сегодня я расскажу вам стих «Ежинка», автор Асеева. Глубокая прохладная ложбинка, где летняя травка свежа, привольно живется ежинке, единственной внучке ежа. Везде она тихо играет, шуршит прошлогодним листом, еловые шишки бросает и дремлет в тени под кустом. Однажды надвинулась тучка, стал ветер деревья качать, и ежик любимую внучку заботливо вышел встречать. И вдруг, запыхавшись, зайчишка бежит, перепуган до слез. Скорее, какой-то мальчишка ежинку в корзине унес. Мелькали березы и елки, зеленый кустарник и рожь. Подняв как оружие иголки, бежал ощетинившись еж. Прохладной пыли на дороге он след мальчуга наискал. Он по лесу бегал в тревоге и внучку по имени звал. Стемнело, и дождик закапал, живого следа не найдешь. Упал под сосной и заплакал измученный дедушка еж. А дедова внучка сидела за шкафом, свернувшись клубком. Она и взглянуть не хотела на блюдце с парным молоком. И утром к зеленой ложбинке из города дети пришли. И дедову внучку ежинку в корзине назад принесли. Пустили на мягкую травку. «Дорогу домой ты найдешь?» «Найдет!» — закричал из канавки взволнованным голосом ежик.